Добрый день! В этом видео вы узнаете о методах выгрузки лукбука в полицию. Перед выгрузкой приложение запросит сертификацию тех дней, которые не были подписаны ранее. Сертификация – это ваша электронная подпись, с помощью которой вы подтверждаете, что согласны со всеми данными в своем лукбуке и несете за них ответственность. Для того, чтобы выгрузить данные, перейдите на вкладку DOT Inspect в мобильном приложении и нажмите кнопку Start Inspection. После этого выберите опцию Transfer Data to Police и следуйте указаниям инспектора, чтобы определить наилучший метод передачи данных. Этот шаг позволит вам выгрузить лукбук за последние 8 дней. В вашем распоряжении имеются три способа выгрузки данных по лукбуку. По нажатию на поле с синей стрелкой в графе Transfer Method вы сможете увидеть полный список. Web Services FMCSA. Ваши данные будут выгружены на сервер FMCSA в формате CSV. Этот формат файла предназначен для хранения табличных данных и часто используется для обмена информацией между различными приложениями. Email to FMCSA. Ваши данные будут отправлены на электронную почту FMCSA в формате CSV. Email Personal. Данные будут отправлены на указанный адрес электронной почты в формате PDF. При выборе этого способа выгрузки вам будет доступно две опции. Generate Report for Today. Выгрузка данных за текущий день. Generate Report for the last 8 days. Выгрузка данных за последние 8 дней. В большинстве случаев второй вариант будет приоритетнее. Также обратите внимание на документ ELD Cap Card, который находится в нижней части страницы. В нем содержатся детальные инструкции по выгрузке данных. Этот документ может оказаться очень полезным для вас. Помните, что для успешной отправки данных необходим стабильный интернет. Спасибо за внимание и желаем вам хорошего дня.